Всем привет, ребят! И мы играем с вами в Hard World спустя кучу времени. Черт возьми, эти голые мужики, они здесь бегают повсюду просто, потому что только что был... Что? Что? Только что был вайп. А что случилось? Вроде как. И, ну или если не только что, то сегодня. Вот, поэтому все на серваке сейчас обнулилось. Тихо, не убивайте, пацаны, тихо. Да спокуха я. Окей. Да, мы мирно. Мирная. Что делаете? Вот смотри, вон, который сзади меня агро. Я не агро вообще, я просто бегаю. Опять начинается, помните, как в самом начале? А это что за пацаны? Здорово. Здорово. Это враги. Здрасте. А, не бей, ну что? Ой, еще один. Где? Охренеть, у вас тут толпа. Ага, не говори, ужас. Мне это еще пытается убить, где он? Вот это говорю. Пацаны, а чё, вайп только что был? Да, нет, только что было обнова. И наконец-то. А вайп когда был? Ну, с обновой. Только что. Значит, только что. Ну, только что. Поэтому так много обличей. А почему мы все сразу сбежались, интересно? Я даже не знаю. А, ну что? Ай-яй-яй, тихо. 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 Работайте, что тут тусуетесь? А ты что тут тусуешься? Drum and Bass. Пацаны, слышите, покупаем ресы, потом все ресы даем Принглсу. Не, давайте мне. То есть мне. Опа. Заманчивое предложение. Да, я подумаю над этим. Охренеть, что у тебя с микрофоном? Ушел отсюда! Где у тебя микрофон находится? Так, ну чё, пацаны, чё делаем? Пойдёмте все вместе выживать. Давай, я за. Эй, Принглс, ДНБ. Погнали да с нами. Мы против. Мы против. А чё? Чё вы? Да я с корешами играю. С корешами играете? Мы с ДНБ еще с двумя. Ясно, убейте понятно. Меня нахуй, пожалуйста. Какие-то ДМБ, гуляй давай. Ты ж... Ребят, убейте меня нахуй. Ребят, убейте меня, пожалуйста. Убейте его, пожалуйста. Съебал отсюда нахуй. Пацаны, убейте его, пожалуйста. Да, чё он такой бессильный? Убейте его. Убейте его. Пидор, убейте меня. А ты злой, блин. Стой, скинь топор, я тебя убью. Топор скинь? Бери. Да, кидай. Бери. Твою мать, нормально мог кинуть, ублюдок? Окей, я уверен, не только здесь такая хрень сейчас происходит, это повсюду абсолютно. Потому что сейчас реально только что был вайп, как вы слышали. И, кстати, тут, по-моему, обновили систему построек. Полностью обновили. Полностью. То есть теперь тут есть лестницы, крыши. Я не уверен, были ли они... Ну, то есть... После того, как я перестал играть в феврале. Вот. Может, они в марте там выходили. Хотя нет. Вроде нет. Вроде я не слышал об этом. Так, ладно, короче, что делаем? Я просто все позабыл уже, что как делается. Просто вообще все позабыл. Ладно, в общем, как всегда, собираем ресурсы. Сейчас будем пытаться выжить. Будем искать приключения на жопу, как обычно. Там человек. А почему не собрал арвонги? Я соберу вместо него арвонги, значит. Так, арвонг, сюда иди. Еще не созрело, окей. Это, видимо, он посадил и ждал, пока созреет. А я только подошел, блин, забрал у него. Окей. Надеюсь, он не обидится, хотя он даже не увидит меня. Такие дела. Вон, еще толпа пацанов бегает. Окей. Он даже меня не трогает. А тут, видимо, сейчас никто не воюет просто, потому что, типа, всем нужно развиваться и типа того. Блин, нужен костер. Срочно. Пацаны, вы меня слышите, пацаны? Поставьте костер, пожалуйста, у кого ресурсы есть. Парни. Да-да. Пожалуйста, здорово. Привет. Есть ресурсы на костер? Давай погреемся. А то сейчас сдохну. Дерево.
Так. У меня только две штуки. Два бревна, два дерева. Хватит. О, ништяк. О, feels good. Спасибо. Чё-то у тебя голос до ужаса знакомый. Не знаю. Может, YouTube? Я где-то слышал. Нет. Точно. Ребята, точно. Да-да-да, вставай, грейся. В чем проблема? Эй, Владли, блин, ты же меня убил только что, говнюк. Говнюк. Нет, не я, это тебе другого, у меня даже до сих пор леса нету. Да? Не ты? Не, могу слава. Значит, там другой чел. Ну вы с ним были очень похожи. Вы слышите, пацаны? Чё за музыка? Ну, убери в настройках. Не-не-не, раньше ее не было. Она прекрасна. Да. Господи, как это круто. Ладно, побежала. Удачи вам. Давай, удачи. Давай. Черт, почему никто не предлагает вместе построиться? Я уже замучился всем предлагать. И пойдем вместе построимся, и пойдем вместе построимся. Вот черт, ты горишь. Ну. Здорово, Хейт Уэйт. Здорово. Он даже не спросил разрешения, можно ли ему греться у нашего костра? Что? Мне кажется, ты странный какой-то. Пришел погреться, что здесь странное. Ну, следи за ним уже все. Ну, давайте, удачи вам. Давай, пока. Ладно, давай, удачи. Так а забирай уголь, Тор разводил костер. Не знаю, да ладно, забей. Хочешь, забери сам. Твою мать, что за... Тебя не слышно, Фокс. Ты разговариваешь, как инопланетянин. Что-то тут странное творится. Все как-то бегают, просто... Просто бегают. Наверное, неудачное время я выбрал, господи, для захода на сервер. Хотя, если развиться сейчас, то как бы ты вместе со всеми, в ногу со всеми будешь идти. То есть, ну, как бы, все сейчас начинают развиваться, и это значит, что если ты сейчас начнешь, то ты будешь наравне со всеми. Клево, клево. Ладно, короче, наша задача — построить дом, собрать ресурсов, построить дом и посмотреть на систему, новую систему крафтинга. Новую систему строительства, точнее. Вот, это очень интересно, и потом уже будем дальше играть, как пойдет. Искать на жопу приключения, как обычно, друзья мои, как обычно. Эх, вот оно. Только-только запустили сервер. Посмотрите. Смотрите на это. Вот. Вот оно. Убийство. Зачем ты бежишь сюда, Рамзи? Рамзи, не надо, Рамзи! Успокойся, Рамзи! А вот того я возьму. А зачем ты берешь других? Против их воли. На лань сейчас смотрим, конечно. О, лишний топорик. Топорик не надо? Нет. Да. Ты что, местный убийца? А ты стримишь, да? Ничего не стримлю, блин. Стримы вообще для педиков. Ой-ой-ой, иди сюда, 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 иди вдвоем на ногу. Что такое? Что случилось? Не-не-не-не-не. Да не-не-не, я не буду, я ни с кем не дерусь. Не-не-не, сам иди, Рамзи, это твои проблемы. Алло, дядь. Стоп. А, да, здорово. Здорово. Помнишь, ты говорил, что спину убивают? Спину убивают? Спину. Ну? Ну да. Копил, ага. Кинули меня, и я сразу спился. Ну, бывает.
в жопу, не хочу сейчас драться, не хочу. Хочу построить домик. Это все, что я хочу. А здесь очень-очень много народу, слушайте. Очень-очень много и очень проблематично найти дерево. Ну, ёб твою, а там Рейтаун. Смотрите, мы все бежим в сторону Рейтауна. Нафиг надо. Нафиг надо. Валим оттуда лучше. Вы чё, там же вообще жесть. Я лучше... О, чёрт. Я лучше там побегаю. Где-нибудь. Где-нибудь в начале. Так, всё. Здорово, дружище. Подбегай, подбегай, подбегай. Давай погреемся вместе. Томсик или что это? Что? Что это? Твой ник, что он означает? Мой ник Томск? Означает Томсик. Томсик? Да. Поэтому ты с Томска. Нет, я не с Томска. Ты не с Томска? Нет. А откуда ты? Ты что, хочешь стать моим лучшим другом? Слушай, что у тебя за микрофон? Не ютубер ли ты часом? Нет. А ты? А у тебя такой микрофон хороший. Здорово, чувак. Здорово, здорово, пацаны. Здорово. Привет. Не убивай, плиз. Да не-не-не, конечно, все нормально, если... Ну, так, нагреемся. Нет, что-то он какой-то странный. Что, видели уже крафты новые? Не-не, видел. Я сейчас мне надо металл поплавить, я молот сделаю, достроить. Там, короче, ключ добавили. Я видел. Я вообще месяца два уже не играл. Наверное. Все позабыл. Факел. Факел добавили теперь в эту верстак. А что, новое животное добавили какое-то, говорил, я слышал. Животное неизвестно. Нам пока что мы бомжи. Ну, мясо не пиздите, пацаны, по-братски. Ну, кстати, можешь, пожалуйста, дать одно мяско? Иначе я сдохну. Ладно, ешь это, так уж и быть, у меня больше нет. Бегу, у меня тут апельсины рядом растут. Это у меня у прям... Микромашины. Несколько десятков секунд. Хорошие, как будто вы ютуберы. Да, погоди, пацаны, пойдем греться все вместе, пойдем. Давайте, давайте, нет, чё, греемся, пацаны? Грейся, грейся. Как верстаки ломать, пацаны? Верстаки ломать? Сервак, не знаю, ты собираешься, блядь, не работает, нихуя игра, блядь, говно, не работает. О-о-о. Есть что за халы? Да я вот только, вот, только одно мяско скушал. Есть пару камушек, мне эту кирку скрафтить. Есть у кого-нибудь? Не, у меня нет. Кирочку скрафтить. А, давайте, пацаны, полетел. Ага, давай, счастливо. Накормил как пацанов. Есть пару камушков, мне кирку скрафтить. Нет, нет, сори, камушков нету. Я дерево в основном собираю. Я соврал. Я сейчас горы соберу, доберусь. Хорошо. Ладно, в общем, чувак, давай, я побежал. Давай, удачи. Собирать ресурсы. Давай, давай, счастливо. А, смотри, стой, чувак. Что? Смотри, видел уже, как апельсины садить, смотри. Попробуй посадить апельсин. Привет, Пончик, здорово. Нет, здорово. Это очень странно стало, реально. Это очень странно стало. Что странно, что? Попробуй апельсин посадить. Сейчас. Вот, на тебе коробку. А, у меня есть, подожди. Отойдите, пожалуйста. Прикольно, да? 2000 за что-то платить надо. А что за 2000? Что? Что за фиг? Что произошло только что? Я садил апельсин, он говорит, две штуки за что-то садить надо. Я пошел. Ага. Спасибо. Мне тоже бежать нужно. Давайте, пацаны, счастливо. Удачи. Какие-то тут все странные. Он говорит, пойдем. Черт, может быть, это хортворлдовские гопники? Черт возьми. Нужно быстрее свалить отсюда. Быстрее свалить и никому не подходить. Ик. О, бревна, шикарно. Твою мать, те пацаны убили его. Посмотрите в чат, Войс мертв. Войс — это тот чел, который со мной был только что у костра. 1-2-3-3-2-1 — это тот чел, который подбежал ко мне с другим челом, с Пончиком. Когда он садил апельсины. Охренеть. Вообще никому нельзя верить, пацаны, вообще. А я же слышал, что они за ним побежали. Ну, или за мной, или за ним. Не знаю, я слышал, что они просто за кем-то бежали.
Обалдеть. I need to eat. Так, железная руда. Окей. Фу. Что ж, нужно, наверное, пытаться сейчас уже что-то строить. Потому что ресурсов, в принципе, достаточно. В принципе, на первое время. Давайте вот сюда я забегу, потому что здесь, в принципе, территория довольно нормальная для того, чтобы ресурсы собирать, спускаться. Вот, плюс к тому же здесь защищено все. Более-менее защищено. Все, пусть это дерьмо плавится, а я побежал за другими ресурсами. Опаньки. Там уже какие-то чуваки бегают. Куда он? Куда он бежит? Это за ним кто-то охотится? О, черт. Копы за ним охотятся, блин, у меня за окном. Да, тут просто опасно вообще выходить. Это мега опасно. Я еще сервак такой выбрал, на котором куча народу. Просто он фуловый уже. Фул сервак. Человек 60, наверное, сейчас играет. Зря я это сделал, наверное. Зря. Так, вот и мой костерчик. Я уже думал, что я его потеряю. Очень хорошее место, кстати. Не слишком уж его легко найти, друзья. Поэтому очень классно. И, кстати, смотрите, костер с углем не тушится дождем. Очень прикольно. Итак, вот сейчас я сделал немного бетона. И смотрите, у меня появилась какая-то штука. Я не знаю, что это за штука. Build limit. Что это такое? А, вот, на F можно нажимать и строить фундамент. Или не только фундамент. Вообще различный, походу. Что это такое? Это что? Нет, вот фундамент, правильно? Мне нужен фундамент. Раз фундамент. Два фундамент. Так, стоп. А почему у меня бетон не израсходовался? Кто-нибудь мне может сказать об этом? Почему? Что за фигня? Ребят, очень-очень странно. Бетон не расходуется. Может быть, что-то другое расходуется? Стоимость ресурсов 40. Ладно, видимо, может, это баг какой-то игры, я не знаю. Но очень прикольно, очень-очень прикольно. Так, что там нужно дальше? Стены. Стены. Вот это что? Это... Да, это стена. Это стена. Стоимость 30 такого дерева. Отлично, давайте переработаем дерево. Так, я не понимаю, что происходит, ребят, но, по-моему, либо это баг какой-то, либо что-то еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опасно. Потому что, смотрите. Потому что все это строится просто... Просто безлимит какой-то на ресурсы. Посмотрите, что это за фигня? Похоже, что это какой-то баг, ребят, связанный с нововведением, с постройками. И это очень круто, на самом деле. Потому что я могу все это сейчас сделать. Очень классно, очень-очень классно. Так, вот здесь я сделаю дверь, да, пожалуй, где-нибудь тут. Вот тут вот сделаем дверной проем. О, у меня еще и добавляется дерево. Офигеть можно. Офигеть можно, друзья мои. Просто жесть. Так, это что? Что это такое? Ага, какой-то типа заборчик, не знаю. Здесь не доделал, и тут можно попасть ко мне в дом. И это не очень хорошо. Это совершенно нехорошо. А, смотрите, реально, ребят, это баг. Это баг. Очень клевый баг, осмелюсь я сказать. Очень клевый баг, вроде как. Отлично. Все, ребят, супер. А, посмотрите, какие, по-моему, выше дома стали, если я не ошибаюсь. Так, и вот теперь нужна дверь. Теперь нужна дверь. Вот. Вот. Вот она, ребят, дверь. Так, отлично. Дверь теперь есть, но я помню, что сейчас вроде в добавлении, в обновлениях, господи, в добавлениях, я видел, что... Что, короче, здесь теперь могут все двери открывать, если только у тебя не стоит, ну, то есть не стоит эта штука, которая блокирует. Тотем, то есть тотем. Так, тут кто-то бежит. Черт! Прибежал сюда. Здорово, чувак, здорово. Не убивай, пожалуйста.
А, это снова ты. Ну да. Ты чё тут всех выслеживаешь, убиваешь? Да нет. Когда, ну, когда нападают, только тогда убиваю. Понятно. А чё без тотема? А? Чего без тотема? Ну, сейчас, сейчас ищу... мне нужен янтарь. Не дашь мне янтарь? Есть, сейчас. Чай, я, короче, таскину. Угу. Слушай, а ты видел сейчас, сейчас баг какой-то или чё, короче, ресурсы бесконечные? То есть, когда строишь стену... Когда строишь... Вот это все, да, я вот построил, все ничего не потратив. Прикинь? Не понял. Вот так вот, я вот тоже нифига не понял. Я сделал 40 бетона и сделал 80 досок. Сейчас у меня 135 досок. Слышишь, поставь сначала тотем, чтобы нас не убили. Хорошо, хорошо, давай. Давай. Можно я у тебя пока посижу? Да-да, можно. Раз уж нам... Раз уж нам дают строиться, то есть раз уж нам дают строить... и не забирают у нас ресурсы за это. Давайте в таком случае построим большую территорию. Можно даже вторую. Второй типа ярус сделать. А, кстати, можно будет сразу... Сразу сейчас и эти сделать. Потолок типа. Типа, чтоб сверху никто не залез. Маленький дюрнак. Черт. Черт, еды... А, смерть от холода? От холода, блин! Ё-моё, смерть от холода, да? Серьезно? Может, в дом зайти? Черт, я не уследил, друзья. Я не уследил, просто не уследил. Офигеть, смерть от холода. Это очень не круто. Ребята, как же это не круто, черт возьми. Как же это не круто. Твою ж мать. А у меня нет ничего, даже костра нет, чтобы поставить его. А нет, есть, у меня же на костер хватит. Так, 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 тихо, тихо, быстро, 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 быстро. Да нафиг, 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 костер, быстро, костер. Есть, создаю, создаю, создаю. Возможно, я успею. Возможно, я успею зажечь. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, тихо. Давай. Есть. Успел? I need to eat. О, как же я был близок, чуваки. Как же я был близок. О, это просто жесть. Так, чуваки. Тут кто-то рядом бегает. Стой, дай я поставлю. Ты сделал его? Сейчас, секунду, просто тут территория аж есть. Ограниченная. Да, ладно, ничего страшного. Дай мне тотем, ты сделал его? А где территория, что территорию не вижу? Не знаю. Чувак, скинь тотем. Все равно ты там авторизируешься. Я знаю, что авторизируюсь. Смотри, если сейчас неправильно его поставишь, посмотри, нам нужно два тотема. Да сделаем еще. Главное сейчас, чтобы дом закрыть. Это самое главное. Там что, 200? Сейчас лагануло, или там 200 тотемов только что было? Да, это лагает. Все, теперь никто, да, не сможет двери открыть, кроме нас. Сможет. Территория. Смысле? Они смогут еще и сломать. Про что тебе говорю. О, короче, о, каждый тотем охватывает свою территорию. Он, походу, охватывает только эту. Я не знаю, двери они смогут вынести или нет. Оу, ясно. Ладно, ты, может, тогда за ресами сбегаешь? Я продолжу строить вот здесь, вот ограждать территорию сверху. Угу. Да, сейчас, секунду. Хорошо. Кошка еще расскажу. Есть тут... А, вот. На меня, короче, только что напала два пацана, и я не хотел от них отбиваться, но пришлось, и я их убил, короче. Из них столько лута упало. Хорош. Хорош. Так, а ты за собой не привел хвост? Да нет, пойдем. Посмотри наверх, посмотри. И ничего из ресурсов я на это не потратил. Прикинь, просто все бесплатно. Нормально. Сейчас мы еще сверху поставим. Полы всякие, потолки.
Ты пока... Слушай, чувак. Да, ты пока занимайся тотемами, окей? И как-нибудь их прячь. Да, хорошо. А ну иди с нами, ты помощь нужна. Иди с нами. Попробуй сейчас что-нибудь сломать. Попробуй сейчас что-нибудь не сломать. Сломать просто что-нибудь. Могу. Можешь? А, нет, не могу. Нет прав на строительство. На строительство. А, сюда иди. Еще на чем-то. Попробуй тут ломать что-нибудь. Тут походи, попробуй нет. ломать. Здесь не ломается. Нет прав на строительство. А, ну там, в принципе, все. Все, тут нигде нет прав. Да, авторизируйся тех тотеме. Сейчас. Его еще закрыть надо. Так, авторизация, отлично. Итак, чуваки, вот и подошло к концу, в принципе, мое строение. Наверное, почти подошло к концу. Давайте я тут еще, наверное, сделаю такие вот балки, чтобы вот здесь вот сейчас все закрыть. Так. Ага. Вот так вот. И сейчас вы увидите, какая территория внутри у нас получилась. Очень классно. И, ребят, наверное, скорее всего, это все разработчики пофиксят. И я надеюсь, что это все пофиксят, но и в то же время надеюсь, что не уберут те дома, которые уже построены, то есть, потому что это очень клево, такая огромная территория, я бы хотел тут повыживать в этом доме, то есть, имея такой дом, поиграть на этом серваке, просто побегать, поприкалываться со всеми другими чуваками, которые тут играют, это очень классно. Так, сейчас поставлю полы. И все. Так, все, ребят, клево. Доделываем полы. И давайте спускаться. Эта серия получилась такой. Как бы... Не то чтобы прикольный, там, ржачный. Ну, хотя в начале были моменты. Вот. А в основном, смотрите, я здесь все строю только и... И довожу до вашего сведения, что вот есть такой баг, который присутствует, который, возможно, еще не пофиксили на момент выхода видео. И которым вы можете воспользоваться, в принципе, и поиграть со своими друзьями, поприкалываться и построить шикарные строения без помощи огромного количества ресурсов. Так, тот чувак, который бегал со мной, который мне помогал очень хорошо, он сейчас вышел, и его сейчас нет, потому что он сейчас вышел, черт возьми. Так, и поэтому еще один тотем сделать я не смогу, хотя, может быть, этот тотем, может, от него распространяется сюда. От того тотема распространяется вон до туда территория. То есть прям до самой конечной балки. Так, надо будет вон тут еще щель закрыть. Ну ладно, это не сейчас. В принципе, это прям у меня не горит. Так, ну, ребят, смотрите. Первый день после вайпа. И уже такой огромный домик. Конечно, из-за того, что это баг. Но все же, это очень классно. И это очень классный результат. И я уверен, что немногие знают об этом баге. Прелесть обновы. Что за бетон на карте разложен? Да, прелесть обновы, точно. Да, такие дела. Так, сейчас я... Что я буду сейчас делать? Я не знаю, мне нужны вообще, по идее, ресурсы. То есть... Смотрите, что мне нужно? Мне нужны ящики для начала, чтобы скласть туда все свои ресурсы, которые у меня уже имеются. И давайте посмотрим, что нужно для ящиков. Сундук для хранения. 10 нужно этих хреновин. Ящик для хранения... Угу. Может быть, без ресурсов можно создать? Нет. К сожалению, крафтить без ресурсов нельзя. Сундук для хранения. 40 дерева. И... О, черт, вот, блин. Ну вот... Одно животное нужно убить. Всего лишь одно. А что, если я пока что... Твою мать, что за... Эй, иди сюда. Черт, уголь. Иди сюда. Иди сюда, ублюдок. Так, а что, если я просто... Просто создам еще... Так. Что за фигня? Что за фигня? Смотрите, не уходит смерть от теплового удара. О, дерьмо. Ё-моё, даже я ж сдохну так. Давай быстрее проходи, ё-моё. Чёрт возьми. Алё, а чё так долго-то проходит? Так, место... Сейчас, ребят, нужно кое-что сделать. Я забыл это сделать.
Если вдруг я сдохну и меня убьют, чтобы я тут резался. Это нужно сделать вот здесь, вот в этом тотеме. Так, задать точку возрождения. Все, шикарно. Точка спавна здесь. Даже если я сейчас сдохну, я резнусь тут. Похоже. Похоже на то. Я никогда так не делал, поэтому я не знаю, точно это или нет. Так, что же можно сделать? В принципе, как я и говорил, нужно сделать вот здесь вот тотемчик один, поставить вот тут вот. И в принципе все. В принципе все, и потом нужно будет лутаться, делать оружие и со всеми пвпшиться в конце-то концов. Такие вот дела. Такие вот причуды, ребят, обновы. А, кстати, я вам, не знаю, показал, не показал, не помню точнее. Показал, не показал всю эту строительную систему новую. Смотрите, тут можно лестницы поставить. Давайте попробуем. Твою мать. Так. Ага, лестницы тут не ставятся. Они ставятся только на фундаментах всяких и... Ну ладно, давайте тут фундамент, что ли, поставим под землю. Или типа того. Так, подземный фундамент можно ставить? Какой-нибудь. Так, например, вот так вот. Приближается предел сборки, нельзя разместить здесь. Хорошо. Чёрт, да сдохнешь же ты уже. Чё ты орёшь, блин? И, кстати, по-моему, сейчас с этой обновой, ну или не с этой, или прежде тоже это было. Короче, выпадают все инструменты у тебя, когда ты сдыхаешь. Сейчас мы это и прочекаем. И круто. Или не круто? Нет. Смотрите, инструменты не выпали. Но это круто, это один из плюсов был всегда этой игры, поэтому я рад, что ресурсы... Ой, что эти не выпадают. Инструменты. Так, все, я здесь. Забираем все дерьмо, которое у меня было. Угу. И все. И мы снова, ребят, с вами... Снова на коне, снова полны жизни. Типа того. Я имел в виду, давайте я еще раз, еще один верстак построю. И буду, и складу туда все самые основные ресурсы, которые мне не нужны, о, которые мне нужны. Вот, и пойду за ресурсами, черт возьми, снова. Пойду за ресурсами, потому что без этого никак. Без этого, ребят, никак. Да, так я и поступлю, пожалуй. А, я же хотел показать вам, как все это работает. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим на лестницу. Так, ага. Нет, не тот нужен. Вот такой вот нужен фундамент. Ну вот как-нибудь вот так вот сейчас в землю его закопаем. Вот так вот. И давайте вот сюда вот попробуем поставить лестницу. Что из этого получится, я не знаю. Я сейчас сам впервые эту лестницу буду ставить. Ага, тут прям большая какая-то. Нет, мне нужна лестница именно. Эй, ну. Ну вы чё? Ну, блин, развернуть что ли? Да, походу... Походу зависит от того, как ты фундамент этот поставил. Ладно, давайте попробуем так его поставить. Что изменится? Вот так вот. Да, все, ништяк. Должно быть ништяк. Во! Во! Шикарно, посмотрите! Посмотрите на это! Шикарно просто! Так, а еще тут добавляли... Смотрите, есть лестницы! Ну-ка... Что за лестницы нафиг? Обалдеть, лестницы, реально лестницы прям. Ну то есть лестницы. Ништяк, это типа на вышке, чтобы сбираться, чтобы не строить такие заэтованные, замудренные всякие конструкции. Помните, типа рампу ставишь, рампу. А тут бац, лестницу влепил, и круто. Прям супер обнова, ребят, на самом деле. Очень-очень много всего, очень-очень полезного. Так, а вот это вот что такое? Заборчик. Прикольно. Ну-ка. Нужно попробовать сделать что-нибудь из него. По-любому. Фундамент, конечно же. Как же без фундамента что-то строить? Это невозможно. Так. Угу. Отлично. Сделаем себе здесь такую, что ли, территорию. Очень интересную. Так. Вот так вот. Так, ага. Здесь мы оградим сейчас все это. Чтобы это все очень круто смотрелось. Так. Большой заборчик. Угу. О! Ништяцкий, ребят, ништяцкий. Посмотрите на это. Посмотрите, как прикольно смотрится-то, а? Так. Наверняка нам нужно будет еще лестницы ставить к этой рампе, чтобы забраться.
Так, а как сделать дверь? Или тут не делается? Опа, это что такое? Охренеть! Охренеть! Смотрите. Так, не-не-не-не, в другую сторону. Алло, в другую сторону, говорю. Может, с этой стороны нужно? Блин, а как в другую сторону-то? Я хотел соединить, смотрите, как круто получилось бы. Черт. Блин, ну ладно. Ладно, пофиг. Ладно, оставим этот, хотя нет, не будем оставлять нафиг. Уберем ее. И... Да, и давайте еще посмотрим, что есть. Это что такое? А, крыши тут же еще добавили. Крыши. Офигеть можно. Так, ну тут прям очень-очень жестко все. Да, наверное, не сейчас мы это будем с вами делать, все эти крыши. И остальное будем делать это в следующий раз. А сейчас я сделаю вот здесь вот еще лестницу, потому что я хочу сделать тут лестницу. Так, так вот поставим фундамент. Пожалуй. Надеюсь, лестница достаточно достанет, да, до сюда. То есть не слишком. Да, вот, все, идеально. Просто идеально. Просто идеальная лестница, смотрите. Опа, опа. Ништяк просто-напросто, друзья мои. Смотрите, как клево. Так, ну что ж. В принципе, наверное, на этом все. Серия по Hard World, наверное, не та, которую вы ждали. То есть вы, наверное, ждали всяких PvP и типа того. Вот, но я просто захотел посмотреть на обновление, мне тем более ВКонтакте написали, там, чувак, там обновления вышли, иди зацени, что за фигня там, вот, и я решил посмотреть, все равно делать было нечего, и все равно я ни во что другое не хотел играть просто-напросто, вот, и не прогадал, обновление реально классное, но... А вот этот вот баг нужно будет, конечно, пофиксить разработчикам. Короче, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вы подпишетесь на канал. Будет Hard World, будет, ребят, наберитесь терпения. Я просто не хочу сейчас играть. И не могу даже. Просто-напросто по времени не получается иногда играть в игры. И поэтому все будет, ребят, все будет, но со временем. Просто наберитесь терпения, пожалуйста. Потом настанет такой момент, когда я буду пилить ролики. Буду пилить без остановки уже. А сейчас вы, наверное, замечаете, что там через день видео выходит, там через два и так далее. Мне самому это, ребят, не нравится, честное слово. Я за столько лет, ну, за два года, уже просто-напросто привык к Ютубу. Я прям живу этим, просыпаюсь, думаю о Ютубе, засыпаю, думаю о Ютубе. Вот, но сейчас просто-напросто не получается. Прошу меня простить, ребят, и, в общем, давайте, до следующих видео. До следующих видео.